Как я понял, азербайджанские пропагандисты испытывают букет комплекса неполноценности, учитывая потерю Карабаха и самую молодую историю в регионе, в отличие от других соседних народов. И то, что они называются как-то не по-тюркски, по-ирански азербайджанцами, и культура из разряда Ордан-Бурдан. А тут недавно напоролся я на публикацию одного из таких пропагандистов, который буквально намекнул, что комплекс неполноценности у них и за свою внешность. Ибо этот недалекий человек написал, что огузы всегда были светлыми. А учитывая, что современные азербайджанцы – это часть огузских племен, то имеет в виду самих себя. Что ж, давайте рассмотрим, как мы любим, через независимые источники, кто такие огузы и какой они были внешности. Это будет и ликбезом для тех, кто впервые откроет для себя огузов, и ликбезом, соответственно, для самих закомплексованных товарищей из Ильхамовского султаната. Итак, исходя из курса истории и тюркологии в целом, известно, что племена огузов сформировались чуть севернее Аральского моря, в Центральной Азии, на территории современного Казахстана. Тут и открывать не нужно никаких нововведений, так как все давно известно и доказано. Оставлено несметное количество следов огузов и письменных источников, и в этом едины во мнении 99% тюркологов всего мира, в том числе Турции. Но мы сошлемся, как всегда, на независимый источник Science House. А здесь же имеются карты исходные огузов и их дальнейшего переселения из Центральной Азии в Иран, Закавказье, Анатолийский полуостров. Напомню, что современные народы, возникшие из огузских племен и говорящие на языках огузской группы, это азербайджанцы, туркмены, турки, крымские татары, гагаузы и ряд тюркоязычных племен Ирана. Первые переселения предков этих современных народов начались с X-XI веков, а в XIV веке окончательно обосновались в новых местах уже в большом количестве. К этой дате относятся и современные азербайджанцы, которые хоть и закрепились в Иране и Закавказье, но еще долгое время формировались. Сначала перенималась ими оседлость у автохтонных народов, армян, ираноязычных народов, албан и прочих. Затем перенималась кухня оседлая, и в рацион этих самых потомков огузов, некогда кочевавших, стали входить такие земледельческие культуры, которые всегда были у этих самых оседлых автохтонных народов. Ведь основными лакомствами кочевых народов всегда было то, что под рукой, а под рукой их скот. Соответственно, кочевая кухня состояла из мяса, жира, молочных продуктов. Иначе говоря, скот им служил всем. И кормильцам, и поильцам, и кровом. Так как жилища кочевников, юрты или алачеги, ткались из шкур домашних животных, шерсти и конских волос. Отсюда в Азербайджане до сих пор говорят не строить дом, а шить дом, эфтикмяк. Далее, после XIV века, происходило постепенное формирование народа, который нынче называется азербайджанским. Оседлость происходила медленно, постепенно, практически до конца XIX века в Закавказье становились оседлыми, а часть ее кочевала такие тюркские шиитские племена потомков огузов, еще в то время кочевали, как терекемены, карапапахи, айрумы и прочие.
Кстати, в отличие от огурских братьев на Анатолии и Средней Азии, которые исповедуют суннитское направление ислама, закавказские тюрки переняли шиизм у иранцев, как, впрочем, многое другое, чего используется в культуре современных азербайджанцев. Так вот, только в первой половине 20 века потомки огузов в Закавказье стали самих себя называть мусульманами в качестве этнонима, чтобы присовокупить воедино все свои племена. А Россия называла их татарами кавказскими. А уже позже, в 1918 году, с помощью Турции, в Закавказье образовалась Азербайджанская Демократическая Республика. И это первый в истории закавказского региона случай, когда там возникло образование с названием Азербайджан. К тому же, к вашему сведению, так назывался регион, но не его обитатели тюрки, которые продолжали себя называть мусульманами. И лишь уже при советской власти, когда за этим образованием закрепилось название в качестве прилагательного к СССР, Азербайджанской ССР, Кремль стал паспортизировать огузов, они же мусульмане, они же кавтатары, под азербайджанцев. Старожилы, заставшие 80-е годы 20 века, помнят, что и в конце 20 века многие азербайджанские старики так и называли себя по старинке мусульман. Иначе говоря, все это четкое объяснение тому, что из потомков огузов сегодняшние азербайджанцы лишь недавно консолидировались в народ. Это и является у них комплексом неполноценности в среде более старых или более древних, если угодно, соседей, у которых имеется и своя культура, и своя литература, датируемая и 5 веком, и 7 веком, а то и ранее этих веков. К сожалению, азербайджанцы таковыми похвастать не могут. Все, чем могут похвастать, это литературы 16 или 17 века. И то никак не конкретно азербайджанскими авторами, а всяческими туркоманскими в лице Физули или, например, спорного арабо-туркоманским происхождением в лице Насими. Все, что ранее, уже персидские литераторы, писавшие на различных иранских языках, но никак не на азербайджанском, тем более на турки. Например, Низами. Теперь о том, как выглядели предки азербайджанцев, огузы. На евразийском пространстве имеются сотни изображений огузов, хранящихся в разных музеях России, Ирана, Казахстана, Узбекистана, Туркмении и других стран. Поэтому особо не составляет большого труда знать и понимать внешность огузов. Это, как правило, монголоидного или тураноидного типа люди небольшого роста с прямыми темными волосами. Возможно, встречались среди них и светловолосые, но от этого раса никак не менялась. По той причине, что цвет волос не столько определяет расу, сколько уровень меланина в организме. Чем меньше его, этого самого меланина, тем светлее человек. Об этом мы уже говорили в одном из выпусков. Другое дело, азербайджанцы, которые хоть и горды своими огузскими предками и одержимы идеей пантюркизма, но когда речь заходит об автохтонности населения Закавказья или Арцаха, то они начинают выдавать перлы и сказ о том, что огузы были похожи на них сегодняшних, и что вообще передвижение огузов происходило не из Центральной Азии в наш регион, а наоборот, из Малой Азии, Закавказья в Центральную Азию. Полагаю, по их данным, и монголы с китайцами находились ранее на Пиренеях, а испанцы с французами жили в районе пустыни Такламакан.
На какие только ухищрения и переписывания истории не идут в Азербайджане, чтобы утвердиться в Закавказье. Даже туристам впаривают не весь что им на потеху. Последние приезжают и рассказывают, чего доводилось услышать, и едва приходилось смолчать, чтобы не обидеть хозяев. Помнится, я как-то рассказывал, что один мой приятель, поляк, побывал в Баку, отправился с туром в Гобустан. И по его словам, гид, азербайджанка, черноволосая, черноокая и метр с кепкой, вполне серьезно рассказывала туристам о древнем Азербайджане и голубоглазых блондинах-азербайджанцах, населявших в древности эту страну. И до такого, видите ли, додумались. И вообще, скажу вам, азербайджанцы боятся как огня тесты ДНК. На канал YouTube немало сюжетов от азербайджанцев, прошедших тест, и кого только не нашли они в себе. У каждого из них плюс-минус 10% армянского ДНК, но при этом 0 азербайджанского ДНК, если вообще такое бывает. Вот вам и огузы. Друзья, 28 ноября 2018 года Антитопору ни много ни мало исполняется 5 лет. Ровно столько я в эфире вместе с вами. И 2 года назад я думал, чтобы такое придумать, какую-нибудь необычную фишку, чего никогда до этого не было. И идея такая пришла. Учитывая, что мне в жизни повезло, я много поездил по разным странам мира, это десятки стран, побывал в разных армянских диаспорах в странах мира, перестудировал очень много литературы, я бы сказал бы килограммы литературы, и изначально хотел издать книгу, рассказать об истории становления армянских диаспор в разных странах мира. Но мне показалось, что книга — это что-то такое банальное. Книг сейчас очень много, и мало их кто читает. Абсолютно много книг на полках, в магазинах так и стоят, ждут своего покупателя уже много лет. Так в чем фишка заключается? Перестудировав все эти килограммы разной литературы на многих языках мира, и я решил издать календарь. Календарь вокруг света армянского, где бы на 365 дней, на каждый день, был бы какой-то интересный вам факт. Ну, например, скажем, 3 марта какой-то армянин, ученый там в Бразилии изобрел чего-то, а там, скажем, 7 апреля какой-то армянин, архитектор, что-то такое гигантское, интересное возвел. Тут и из мира спорта, и из мира политики, экономики, культуры, искусства, науки, много чего. И так каждый день по дням, на все 365 дней. Изготовил я такие календари, можно сказать, уже на 3 года вперед. 2 года трудился над ними. Вот будет пилотный выпуск на 2019 год, который я и хочу представить вашему вниманию. Я думаю, что вы оцените это дело по достоинству, потому что, еще раз повторюсь, никогда ничего подобного не было в армянском, скажем так, сегменте. Я не знаю, как в русском, на других языках, у других народов, но именно в армянском сегменте ничего такого не было. То есть это настенный календарь формата А2, цветной, глянцевый. Вы сможете не только круглый год следить за календарными днями, но и узнавать какие-то неизвестные вам доселе факты из по всему армянству, мировому, скажем так, армянству. И вот я предлагаю вам ознакомиться с этим календарем, приобрести этот календарь. Я думаю, что вам он обязательно понравится. И для того, чтобы сделать это и более ознакомиться с аннотацией этого календаря, сейчас на экране у вас появилась ссылочка. Вы должны мышкой нажать на эту ссылочку и перейдете на аннотацию. Там далее будет
написано, все расписано, как приобрести этот календарь, что нужно делать дальше. Итак, спасибо еще раз за внимание. Оставайтесь с нами, мы не исчезаем, будем в эфире. И от антитопора вам еще будет немало сюрпризов на ближайшие годы. Ваш Вадим Арутюнов.